Выставка «Дипфейк» Альберта Солдатова в Центре современного искусства «Винзавод» представляет собой уникальное событие, посвященное исследованию феномена «Дипфейка». Это технология создания искусственных видео с участием известных личностей. На выставке представлены работы Солдатова, в которых он анализирует влияние современных технологий на общество и культуру. Посетители смогут увидеть одноканальные видеовязь и более 10 живописных полотен, созданных специально для проекта в 2023 и 2024 годах. В своих произведениях Солдатов исследует возможности переноса информации из виртуального в мир в материальный. Художник использует нейросеть для генерации изображений на основе текстов и создает коллажи из полученных фрагментов, перенося их на холст. Таким образом, выставка «Дипфейк» Альберта Солдатова позволяет зрителям погрузиться в мир дипфейка, осознать его влияние на нашу жизнь и задуматься о последствиях развития технологий. Спасибо большое за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, какие бы вы выставки хотели бы еще посмотреть. Всегда открыто к вашим пожеланиям.